Дружба театрального центра подшефной школы с Министерством культуры Свердловской области длится уже год с лишним. Она началась почти сразу после событий «Русской весны». Поддерживает Севастопольский театральный центр сам министр культуры. Его участников он радушно принимал в Екатеринбурге. Мы действительно принимали группу ребят вот из 14-й школы в Екатеринбурге. Это во-первых. Во-вторых, у нас уже несколько ребят учатся в наших учебных заведениях, в том числе в театральном институте. Вот в этом году девочка поступила, я надеюсь, что еще будут поступать. Поэтому уже завязались почти семейные контакты. Павел Креков рассказал старшеклассникам об особенностях культуры Свердловской области и подарил школе интерактивную доску последнего поколения. Кроме того, ведущая артистка Свердловского государственного академического театра драмы ведет в театральном центре интереснейшие мастер-классы. Сейчас я вам показываю быструю разминку перед спектаклем, понятно, да? Поэтому делаем. Все, молодцы, попробуйте. Все тебя Сначала был принимали, конечно, такое немножечко. Ну, тетя поехала какая-то там именитая, наверное. Но мы как-то, знаете, хватило 15 минут, чтобы все это разошлось. И 3 часа, в конце третьего часа я просто, если бы не такси, которое заказали, меня бы, наверное, не отпустили. Но у меня очень хорошее ощущение. Есть ребята, которые, знаете, они все впитывают как губка, они стараются вот по максимуму взять. И я понимаю, что они готовы на дальние расстояния плыть. Связать жизнь с театром, судя по всему, готовы все воспитанники центра. Быть может, это нужно и всему Севастополю, потому что это действительно то, что нужно современному обществу. Мне вот нравится что-то связанное со сценой, мне нравится выступать на людях, люблю показывать какие-то номера, например, пародировать кого-то, то есть мне это нравится. Министерство культуры Свердловской области планирует и дальше развивать сотрудничество с Севастопольским театральным центром школы номер 14. Елена Анисимова, Денис Александрович, Семон Формбюро.